Он красивый, веселый. Еще там елка есть. Мы наряжаем елку и все белое, можно играть в снежки и кататься на санках и на ледянках. Он веселый, интересный. Он знаменитый очень праздник. За это любят Новый год малыши. Предприятие «Газпром Добыча Оренбург» постаралось сделать для них этот праздник волшебным. Сказочные герои – символ будущего года. Для детей приготовили настоящее шоу. Вместе с артистами и родителями они пели, танцевали и водили хороводы. Коллеги, друзья, поздравляю вас с наступающим 2016 годом. Желаю, чтобы праздник был веселым, а год удачным и счастливым. Чтобы родители были здоровы, а дети успешны, а все вместе счастливы. Елочка огнями сияй и гори! Елка в Росташах одна из главных в городе, и каждый раз газовики устраивают здесь незабываемое шоу. Кстати, на сцене артисты Дворца культуры и спорта «Газовик». Праздничная программа притягивала не только детей, но даже взрослые не оставались равнодушны. Уже по традиции на праздник в Росташи приезжают люди со всей округи. Мне нравится елка, мне нравятся огни, фигуры, мне все нравится. С добрыми надеждами на Новый год. Да поэтому пришли вы? Со всей семьей сюда. Деткам тоже очень нравится. Они уже подросли, правда, но все равно с удовольствием ходят. Каждый много год приезжаем хочешь, сюда. Красавица. Да. В Росташах более все равно. Ярко елка получается, яркое открытие. 8 новогодних елок зажгли газовики в этом году в Оренбурге и в Оренбургском районе. Тысячи детей уже получили от общества «Газпром Добыча Оренбург» свои новогодние подарки. Более того, социальные площадки общества будут работать все новогодние каникулы. А значит, любой маленький оренбуржец сможет прикоснуться к сказке, которую приготовили газовики. Алина Лебукаева, Владислав Горбунов. Новости дня.